Вітаю всіх. Сьогодні підсумки стосуватимуться одного зі стратегічних підприємств, яких не так багато залишилося у власності держави. Це підприємство вже кілька разів протягом 20 років намагалися приватизувати, але в останній момент ці спроби увінчувалися фіаско. Йдеться про Одеський припортовий завод, який виробляє аміак, карбамід та іншу хімічну продукцію. ОПЗ має унікальний єдиний в країні термінал з перевалки аміаку на морські судна. З квітня 2018 по серпень 2019 завод простоював через проблеми з поставками газу. І знову маємо дещо схожу ситуацію про те, що відбувається на ОПЗ і що призвело до неконкурентності продукції Одеського припортового заводу, будемо говорити з першим заступником директора Одеського припортового заводу Миколою Щуріковим. Пане Миколо, вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, ви мені до цього сказали, що ви вже 2 роки знаходитеся у відпустці по догляду за дитиною. Тобто, поясніть, будь ласка, наскільки ви зараз дотичні до всіх цих справ, які відбуваються на заводі? Я ще був на заводі, коли ми провели конкурс на відбір Давальця. Это Давальця компанія Agregas Trading. Це та компанія, яка останні 2 роки працювала на заводі. Это на самом деле та компания, которая сегодня прекратила поставки газа на завод. Да, ну, это на самом деле не прекратила, а было письмо оператора, что есть проблемы с оплатами за распределение газотранспортной системы. И после этого правление приняло решение остановки завода. Поэтому договора, по которым работало это предприятие, истории всей этой ситуации и понимание все-таки, как оно должно было быть и почему не произошло то, что должно было быть, я имею полную и могу про це говорити, я повністю в цьому матеріалі. Я нагадаю, що до ваших повноважень належить уся операційна діяльність самого заводу, зокрема закупівлі природного газу та збут продукції аміаку та карбаміду. Я ж правильно розумію, пане Миколо, нічого не буде. Це було до того, як я вийшов в відпуск. Ага. Так, я розумію, але зараз ви якби до цього не маєте справи. Хто займається цим тоді питанням? Вам відомо? Давайте, ну, для себе поймемо саме, вернемося немножко в історію. До 2015 года завод в одном лице был как производителем, так и торговым предприятием. То есть завод искал поставщиков газа, завод искал компании, которым он реализовывал готовую продукцию. И кроме этого, ему надо было думать про производство. После 2015 года, опять же, с моей инициативы, с инициативы тогда еще директора предприятия Горбаткова Леонида Степановича, было принято решение перевода завода на давальческую модель работы. Суть давальческой модели работы – это в том, что завод остается просто производителем, производственным процессом. Когда он говорит на рынок, это независимо ни от кого. Смотрите, я могу переработать сырье за там, такую-то цену. Например, возьмем там, $50. Пожалуйста, компании, посоревнуйтесь, кто мне даст больше за переработку, да? И давайте мне сырье, я буду отдавать вам готовую продукцию. Я не хочу участвовать в коммерческих делах, я не хочу участвовать в обвинениях в коррупции, там, я не хочу участвовать ни в чем. Я хочу честно, чтобы рабочие получали заработную плату. Мне для этого достаточно цены, которую я буду получать за переработку. Я не хочу участвовать в коммерческих рисках. І була така зроблена модель роботи. Пане Миколо, але можна уточнити, будь ласка, тому що я от зі спілкування там з певними колишніми співробітниками Одеського припортового заводу, вони мені повідомляли, що начебто взагалі перехід саме на таку давальницьку схему, він був спричинений тим, що просто завод вже не міг працювати за звичайною схемою, тому що ті, наприклад, запаси і взагалі там могутність так звана заводу, яка там, наприклад, була у 2009-му, вибачте, будь ласка, тому що от в 2009-му, як мені повідомляли, він був схожий на такий, мабуть, навіть західний об'єкт на 85-90% за моєю, знову ж таки, інформацією. Тобто вже в 2015 році чомусь все якби стало, як то кажуть, не так добре, як було, і тому було переведено на давальницьку схему через борги, по-перше, там Фірташу і так далі.
Это не один там долг Фирташу. Давайте опять же 2009. Вы підтверджуєте цю інформацію взагалі? Ви говорили, ну вам приводили пример, щоб було мощне предприятие. Смотрите, предприятие не поменялось. Если вы, ну я понимаю, что просто вы не были на заводе. Если бы вы были на заводе, вы бы поняли, что предприятие сегодня это образец того, какое в принципе может быть в мире предприятие. И как приезжали и производители из других стран, и любые люди из других стран, кто приезжал, вообще чиновники, которые приезжали на завод. Завод сегодня эталон. Эталон с технической точки зрения, с профессионализма его работников, с благоустройства территории, с сервисов, которые он предоставляет своим работникам прежде всего. Завод был эталоном, завод – прекрасное предприятие, каким и остался. Что поменялось между 2009 и 2015 году? Когда я пришел на завод в 2015 году, на этом заводе было 5 миллиардов гривен долга Ощадбанку. 1,2 миллиарда гривен проиграны суд компании Фирташа DF Group. Суд в Стокгольмском арбитраже на 190 миллионов долларов, которые тогда еще не было решения, от компании Астхем. Миллиард гривен... Знову ж таки, пов'язаною с Фирташем, правильно? Конечно, да. Это все группа компании DF. Миллиард гривен невозвращенного НДС, то есть была задолженность по НДС. Кроме этого, был суд с компанией Нортима, это не напрямую с заводом, это с фондом госимущества, еще по предыдущей приватизации. Вот это состояние, в котором находился завод в то время, когда это пришел, это апрель 2015 года. В таком состоянии понятно, что любые деньги, которые приходят на завод, завод в судах, и причем на 1,2 миллиарда гривен, это был уже проигранный судебный процесс. Это уже было решение на исполнение. Соответственно, не то, что работать завод не мог, но это было, ну, будем так говорить, с точки зрения менеджмента это было невозможно. Управлять таким предприятием с какой-то перспективой невозможно. Теперь давайте, кроме этого, что было. Кроме этого, это была пора там, новой перестройки, нового веяния. Мы погрязли тогда в уголовных делах, которые инициировал тогда губернатор Саакашвили, который пытался получить контроль над этим заводом. Который тогда власть там, в борьбе там, с Яценюком, там, власть боролась, меняли там, Гройсмана на Яценюка. Было свое, то есть у каждого была своя цель. Но завод был на самом деле разменной монетой в тех играх, которые были. В этой ситуации, более того, смотрите, есть же ситуация на рынке. И на рынке ситуация очень понятная. Есть падение рынка, есть повышение рынка. Есть у этих повышений и падений, как правило, есть время. Это время занимает примерно 4-5 лет. Когда 2015 год был, это был пик на заводе. Мы закрыли долг 1,2 миллиарда гривен Фирташу. Мы закрыли 5 миллиардов гривен Ощадбанку. Мы получили обратно весь НДС. Мы закрыли с чистой прибылью год 2015 218 миллионов гривен. То есть это чистая прибыль предприятия, это после уплаты уже всех налогов. То яка была причина переходить тогда на давальницкую схему? Я же вам говорю, в чем суть всего этого процесса. Но есть рынок, есть прогноз рынка. То есть все прогнозы рынка и уже конец 2015 года говорили о том, что все, рынок закончился. У нас остались Стокгольм, у нас осталась Нортима, у нас остались текущие обязательства. И цена мировая удобрений и стоимость газа, и при том хочу вам напомнить, что в 2015 году мы отрезали себя от отношений с Россией, мы начали брать российский газ через Европу по выше цене, и, соответственно, запаса прочности у завода получить дешевое сырье, быть конкурентным на рынке не было. Соответственно, тогда было принято решение, это было консолидированное решение правления, это было на самом деле долгий путь, к которому шли, было принято решение перейти на давальческую модель. Вот на самом деле эта история, как появилась давальческая модель. И после этого я хочу обратить внимание, что после этого приходило много и давальцев других компаний, и сегодня эффективнее модели с точки зрения управления государственным предприятием, которая минимизирует коррупционные риски, которая обеспечивает защиту предприятия от любых кредиторов лучше, чем давальческий договор, пока что ничего нет. Может, в будущем будет что-то другое. Але от ми повернемося ще до давальницької оцієї схеми, але все ж таки пропоную зараз
зосередитися на ситуації, яка сталася зараз. Ми пам'ятаємо 2018 рік, коли зупинилося підприємство, як мені зрозуміло, через борги там Фірташу. Так, зараз теж бачимо, що призупинена діяльність, яка буде відновлена, як мені відомо, за 5 тижнів. В даному разі така офіційна версія – це, зокрема, борг перед «Одесагаз» на 140 мільйонів гривень. І в даному разі ви багато коментували у Фейсбуці щодо того, що сталося навколо заводу, але розуміємо, що ціни на газ, про які ви вже зазначили, це теж є причиною. То поясніть, будь ласка, пане Миколо, що стало все ж таки першою причиною такого становища, що прийшлося зупинити цей завод і так далі? Ну, давайте так, тригером, тобто те, що вы нажали на кнопку остановки завода, конечно, это изменение конъюнктуры цены на газ. А это же можно было предбачить, пане Миколо? Это первая причина. Почему это стало причиной, которая влияла на завод? Вот в этом вопрос. Вопрос же не в том, что повлияло изменение цены на газ. Но это, опять же, нормальная ситуация, когда есть сезонность цены, когда есть холода, когда газ зимой всегда растет в цене. Когда у вас выстроены отношения с предприятием, которое работает долго, и предприятие в долгосрочной перспективе понимает, что оно работает, конечно, оно несет на себя риски, коммерческие риски, как потерь, так и заработка. То есть это его, на самом деле, обязанность обеспечить стабильность. В каком случае такое может произойти? Первое – это правильно выстроенные отношения с компанией, прежде всего договорные отношения. Где есть система балансов? Как правило, в нормальном в бизнесе ситуации, если вы посмотрите конкурсы, которые проводились до этого, не последнее время, там всегда были обеспечения выполнения условий договора. То есть была гарантия финансовая, которая должна была быть гарантией обеспечения в условии договора. Что сейчас пошло не так? Я понимаю, что оно должно быть певним чином, але щось пішло не так. Якщо ми будемо так заглублюватися в всі контракти, то ми не встигнемо обговорити багатьох питань. Тоді помінялся менеджмент заводу і помінялась, наверное, там вертикаль всього управління, новий голова фонду держмайна, там нові чиновники, які почали управляти, вони прийняли рішення, що до цього управляли плохо. Или неплохо, а просто управляли не ті люди. Сегодня стоят другие люди, которые привели к сегодняшней ситуации. Когда стали проводиться конкурсы без обеспечения, когда они просто срывались без обоснования, когда основанием отклонения участника, который был добывающей, газодобывающей компанией, которая предлагала самую низкую цену, основное неформальное обоснование было, что эта компания связана с кем-то из олигархов. Да, то есть, ну, как бы на самом деле непонятно такой подход, потому что, в принципе, если взять Украину, то она вся связана с кем-то из олигархов. То есть вы куда ни копните, все равно кто-то где-то к какому-то олигарху имеет отношение. Вы про какую компанию говорите? Укрнефтебурение. Так, але все ж таки підписали ж контракт з іншою компанією і так далі. Він був підписаний ще при мені, і він не змінявся. От смотрите, він був підписаний, після цього були регулярні зриви конкурсів. И все. И компания, как бы, которая была, она и поставляла газ под эгидой того, что вот-вот новый конкурс, вот-вот новый давалец, вот новые будут люди, новые условия, и это произойдет. Так вот, одно из условий, почему остановка завода, 3 месяца назад завод и фонд госимущества объявил об выборе нового давальца, про которого они сегодня тоже говорят, что есть будет некий новый давалец, который придет и даст газ, и будет у нас счастье. То есть, ну, я молчу, что компания в свое время принадлежала одному из российских там людей, как бы, да, то есть, которые в химическом рынке, это Шишкин, да, эта компания принадлежала. Непонятно вообще, кто ее бенефициарные собственники этой компании, и очень темная история. Но заканчивая тем, что эта компания никогда не поставляла никуда газ. Это простая типичная прокладка, которую... Вы про Dachex Shipping Ltd? Зараз говорите. Еще раз. Ви зараз говорите про компанію Dachex Shipping Ltd, з якою мають укласти договір, так? Точно. Але як ви вважаєте, от дивіться, пане Миколе, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що всі часи, там, коли хотіли приватизувати, коли не хотіли приватизувати Одеський припортовий, це був інтерес багатьох олігархів. І Фірташа, і Григоришина, там, і
Кононенка, зокрема, так, ми пам'ятаємо всі ці розслідування і пам'ятаємо також, що у 2020-му президент був на цьому заводі, перший з президентів, і там звітувалося про там і прибутки мільярдні самого заводу, і про збільшення персоналу, і так далі. Тобто все начебто було гарно за картинкою, яка була зображена, зокрема, на зустрічі з бізнесом і з представниками влади. То це було, як то кажуть, штучно створено от таке становище, начебто все добре на заводі, чи все так швидко змінилося? Ну, во-первых, все помінялось. Завод – це не однодневна там якась... Так, відповідь ж звіти про прибутки підприємства. Я ж, це ж не зі стелі там бралося, чи як? Так. Так, ніхто ж не проти. Була, я ж говорю, два года у завода було все хорошо. За эти два года не подумали, как, что может быть плохо, не подумали, как это хеджировать, не подумали, как сбалансировать эту проблему, не нашли нормального поставщика, не провели правильный конкурс, не сделали гарантии. Сегодня же проблема в чем? Победившая фирма не несет никаких обязательств по заключению договора. Вот нам говорят, через 5 месяцев они подпишут договор, смотри, я не верю. Через 5 тижнів. Недель, да, 5 недель, да. То есть, ну, давайте, чудес же не бывает. Ну, это, я считаю, что это полная как, какая-то манипуляция просто и все. Ми посмотримо через 5 недель. Як мали себе поводити, зокрема, в керівництві Одеського припортового заводу? Провести конкурс с конкретными обеспечительными мерами, позвать на конкурс и обеспечить участие в конкурсе, не отклонить из конкурса, а обеспечить их участие. Крупные компании, которые занимаются газом, такие как Сакар, такие как Мадекс, такие как нефтебурение, такие как Бурисма, такие как НАК «Нефтегаз України». З Бурисмою там теж є багато питань. Перед «Нафтогазом», якщо мені здається, теж були борги у ОПЗ. Не були, а є долги. Ну, есть долги, это один из крупных кредиторов, и «Нефтегаз» прежде всего заинтересован, чтобы ОПЗ работал и отдавал долги. Они в первую очередь заинтересованы. Так, а чи интерес тут закладен, якщо йде така поведінка? Тобто не здається, що це якби так завідомо, можливо, робиться все це? Смотрите, я могу сказать свое мнение. Я уверен, что в данном случае это делается не специально. В данном случае это конкретно непрофессионализм, это конкретно недальновидность, это конкретно ошибка людей, которые отвечают за предприятие, сегодняшнее состояние предприятия и остановка завода. Никакого отношения к этому какие-то люди, там, олигархи или кому-то, кому это интересно, не имеют. Но это мое глубокое убеждение, что просто упущенное время, просто заигрались в ситуации, когда деньги текли кой, как вы говорите, прекрасная была ситуация, газ дешевый, товар дорогой, прекрасный покупатель на заводе, который выкупает всю продукцию. Ну, на заводе была великолепная ситуация, была на заводе, но в эту ситуацию надо было воспользоваться. Надо было перестроить структуру отношений, надо было завести крупного поставщика, надо было найти газодобывающую компанию, которая, если бы вошла в отношения, ей бы все равно была цена газа на рынке. Але все ж таки, пане Миколо, маємо ситуацію, коли зараз продукція Одеського припортового, вона не конкурентно здатна. То якщо б поводилися, як ви зазначили, то що, тоді було б протилежне? Була б ситуація следуюча. Навіть така компанія «Агрегас Трейдинг», якщо б вона знала, що у неї є договір, наприклад, на 2 роки, але вони б купили газ на 2 роки по другій ціні. Вы понимаете, что покупать, жить в нервотрепке, когда у тебя каждые 2 месяца тебе говорят, мы выбираем нового давальца. Ну, коли кожні 4 месяца перегляд йде, пане Миколо. Не, ну это ж перегляд, а до этого же начинается процедура. Обговариваются условия, приходят какие-то гонцы, которые говорят, а мы бы хотели там тоже в этом участвовать. Вы понимаете, что это ж постоянный процесс. Когда ты на заводе, когда ты живешь в этом, когда ты живешь тем, что завтра ты уже не давалец, ты не можешь законтрактовать контракт на год, на два, на три. Ну, это невозможно. Но здесь же ситуация такая. А когда бы к вам пришла газодобывающая компания, которая у нее свой газ, по большому счету, почему работают заводы Коломойского? Почему они работают? Потому что у них есть давальческий газ, конкретно который добывается. И независимо от конъюнктуры рынка, да, сегодня конъюнктура рынка плохая по удобрениям, и дорогой газ, но через 2 месяца все поменяется. Через 3, через полгода. Я вам сказал, что есть четырехлетний цикл, когда раз в 4-5 лет, это супер преміальне время для завода. Вот завод прожив 2 роки в супер преміальному времени. Але, пане Миколо, дивіться, ще 2-3 роки буде провал.
Почула вас, але от за 5 тижнів мають підписати, ми вже згадували з вами контракт з Дачекс компанією, яка, ви казали, що є, зокрема, пов'язаною з російським капіталом, з російськими засновниками. А в даному разі, що за 5 тижнів реально щось зміниться і взагалі який сенс укладати саме з такою компанією певні домовленості? А я ж не знаю, чим мотивувалося правління, приймає таке рішення. Вони мотивувалися, вони заявляли про те, що начебто ціни впадуть на газ, але яка вірогідність цього, можете пояснити? Вероятность того, что цены упадут, потому что должен запуститься северный поток и должна быть сбалансирована ситуация по газу. Але сертифікація має ж теж пройти це північного потоку. Росія все одно додає свою ситуацію по Северному потоку. Він заработає. Я думаю, що Росія перше время все-таки буде як-то грати в політику, і ми стабілізуємося з нашими питаннями по газу. Але в довгостроковій перспективі я не думаю, що нас чекає щось інтересне в цьому питанні. Добре, зараз робимо невеличку паузу і знову повернемося до нашої студії.